А на винограднике тишь да гладь, Божья благодать. Посмотрите, это виноград Алёшенькин. Много его в этом году. Листья хорошие, чистые. Виноград белое пламя. Вот такие вот гроздочки обильные. И вот дальше. Виноград Кадрянка набирает силу. Дальше. Первый год дает урожай виноград Байконур. Это Байконур виноград. А дальше узбекский. Это узбекский без косточек. Виноград черный. Дальше Reliance розовый. Наш любимый виноград Конкорд из синя черный без косточек. Вот он очень красиво прячется за листочками от жары. Виноград американец Каюга. Тоже прекрасно растет. Так что в виноградник забежишь на минуту и уйдешь минимум через час. Каждый день что-то новое, интересное. И это не все сорта винограда, которые сейчас у нас поспевают. Дальше будем рассказывать о новых сортах винограда. Так что следите за нашими выпусками, подписывайтесь на канал. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы, рады поделиться советами и своим опытом.